Я просто хочу от души вас поздравить. Каждый раз об этом говорю. Это классно, это здорово. Дай Бог, чтобы у вас это в жизни было не последний раз. И это только позволило вам дальше делать шаг вперед и достигать каких-то новых высот. Поздравить присутствующих действительно есть с чем. Все они этого дня ждали лет 5-6. Сегодня 21 молодая семья получила заветную субсидию на приобретение собственного жилья. К поздравлениям главы города присоединился и председатель городской думы Вадим Раутштейн. На Руси часто говорят и с милым, и в шалаши играют. И вот то, что наше государство позволяет вам возможность, делает вам возможность и добавляет вам возможности приобрести то жилье, которое будет не в шалаше, и не в общежитии, и не в родительской квартире, и не в съемной квартире, а именно иметь свое жилье, это очень важно. Из тех, кто получил сертификат, 15 многодетных семей. Размер выплаты для каждой составил 40% от расчетной стоимости жилья в Нижнем Тагиле и варьировался в зависимости от количества членов семьи. Самая большая выплата – 1 миллион 960 тысяч рублей у молодой семьи, в которой 5 детей. На программу мы встались после рождения третьего ребенка, нашей дочери Мирославы. И время ожидания было очень долго, потому что нужно было подтверждать платежеспособность. И справку мы ждали несколько лет. И ребята ждут это с нетерпением, хотят, конечно, чтобы это был дом. Они неописуемы. Эти эмоции на протяжении 6 лет. Просто и головокружение, и радость, и эмоции, и слезы. Это не описать. Я хочу сказать одно, что оно того стоит. За этот период времени долго менялось это мнение. И, соответственно, и построить дом, и приобрести жилье, квартиру, и новостройки, и вторички. Сегодня же семьям вручили подробные инструкции, как действовать дальше. В Нижнем Тагиле за 13 лет работы программы финподдержку на приобретение жилья получили 596 семей. На сегодняшний день в списке участников 615 заявителей.